Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня 9 марта, 8 часов утра. Ночь прошла тихо, все спокойно, без тревоги. У нас все есть: свет, вода, газ, отопление, электричество и связь. Вот, ребятки, уже прошел третий день, как с Запорожья, 3 дня подряд выезжают гуманитарные конвои с продовольствием и с автобусами, чтобы вывести мирных жителей с Мариуполя, но ничего не получается, зеленый коридор не открывают. Там многие спрашивают за подругу мою с Мариуполя. Нет информации, кроме той, что их не выпускают. Связи нет. Спасибо большое, что спрашиваете, поддерживаете. Спасибо большое за поддержку. Правда, она сейчас нам всем нужна. Пойдем, Шекелюш. Вчера вечером ходили, кормили котика. У нас остались отходы от кильки. Как вы видели, мы покупали с Артурчиком. Вот. И, ребятки, у кого есть какие-то там отходы, кормите бездомных собачек. Сейчас всем тяжело. Собачек, кошечек. Мы вчера вышли, покормили. Смотрю, бабулечка пришла, тоже кормит. Сейчас всем нелегко и сложно. А животным в этом ситуации всегда было непросто, а сейчас намного сложнее. Коммунальные службы у нас работают, мусор вывозится, убираются улицы, подметаются. Шекелюш, идем, идем. Вот наши бездомные собачки. Там, вот видите, заграждение, люди им сделали укрытие, чтобы холодно зимой не было. Шекель меня крутит. Сегодня вот немножко совсем припорошила. Мелкая какая-то такая крупа. Но на улице хорошая погода. Ветра нет, теплышко. Вот. Небо у нас затянутое. Шекелюшка. Я вчера, ребятки, снимала видео и понимаю, что оно получается очень длинным, поэтому не дописала его до конца, но дописала отдельным, как сказать, отрезком, что ли. Сейчас я приду домой, погуляем с Шекелем и вставлю вам немножко видео, информации, вдруг кому-то будет очень-очень нужна и полезна. Вот. Поэтому... Пойдем, Шекелюш, пойдем. Поэтому оставайтесь со мной. И буду рада, если смогу хоть чем-то помочь. Вот такой, ребятки, у нас праздничный стол к 8 марта. Наварили картошки в мундирах, очень ее любим. Малосольная килечка, зеленые помидоры. Мы решили отметить это спрайтом. Вот открыли бутылочку. И вот уже смотрите, какой красивый расцвел ирис. Ну, здравствуйте всем еще раз. Ну, хотим поздравить вас уже полноценно с праздником. Всех женщин, всех барышень, всех дам. Весь женский пол, будем так говорить. Пожелаем вам счастья, здоровья, мирного неба над головой. Чтобы у вас все по жизни получалось. Чтобы ваши вторые половинки вас всю жизнь любили, уважали, на руках носили. Если у них есть такая возможность. Если нет, пусть стараются. Ну и самое главное, чтобы вы не нервничали. Всегда были красивые. Еще раз с праздничком вас, дорогие дамы, женщины, барышни.
Всего вам хорошего. Мы решили с Артурчиком дописать видео, потому что вчера, которое я выложила, мы не все смогли, не всю информацию донести вам, а очень хотелось бы поделиться с вами, потому что, может быть, кому-то очень-очень это пригодится, так же, как и нам. Да. Вот, поэтому мы решили сегодня это записать и вставить в новое видео, чтобы оно уже было побыстрее вышло. Просто, как вы знаете, мы недавно племянницу получилось отправить, выехать с Харькова ей получилось. И как мы за нее переживаем, и родители переживают, мы установили программу слежения человека по телефону. Она называется Zenly. И у племянницы такая программа стоит, мы себе поставили, и сейчас мы можем спокойно отслеживать, где она находится, и как бы не сильно тогда переживать, чтобы постоянно не названивать, не наяривать. Весь курс действий ее передвижений высвечивается вам, вам все понятно. Ну и можете там же, в этой прям программе, писать ей смс-ки, задавать вопросы, где и как, чего. Как бы удобная, хорошая программа. Так что, если кому интересно, заходите в Play Market, вбивайте Zenly, и как бы вам сразу появится. Выглядит это как мороженое на палочке, трехцветное, по-моему. Оранжевое, желтое и зеленое. Да, потому что сейчас очень многие уезжают, очень многие родственники перемещаются. И ты переживаешь там, связь, не связь, едут, не едут, где-то остановились. Все это очень-очень на нервах и очень переживательно. Поэтому очень рада, что есть такая программа. Не, их много, но просто вот это вот многие советуют, более такая проверенная программа, как бы ей можно пользоваться. И просто мы... что если связь есть, она работает, но если связи нет, это уже немножко сложно. Но все равно в каких-то моментах она очень-очень помогает. Мы вот посмотрели, вчера мы ее установили, да. Посмотрели, где находится, прям пишется улица, пишется здание, в котором их разместили, спасибо волонтерам, накормили, дали место, где поспать, потому да. что добиралась... Есть даже место, где помыться, да. как бы, ну, все нормально. Добиралась очень тяжело, почти полтора суток, да, на ногах, нормально не кушали, не спали, и... Ну, ребята, это дети. Это, если вы понимаете, взрослые переживают, то это дети. И наши дети едут втроем. Подружка 19 лет, нашей племяннице 18 и брату 14. Наши дети едут без взрослых. Это нервы, это, конечно, стресс, переживания. Ну, их там встретят, как бы, но все равно. Ну, дорога есть дорога, да. Поэтому всем спасибо за помощь, кто помогает им. Кстати, сейчас эпицентр работает, есть на Ореховом шоссе эпицентр, есть на набережной, но мы были здесь, на Ореховом, но факт в том, что, смотрите, возите с собой документы, на блокпостах проверяют документы, даже прописку проверяют, запорожская, не запорожская, задают вопросы, как бы, но зато в эпицентре есть практически все, даже вот работает банкомат, а сейчас банковские, там есть деньги в банкомате, как ни странно. Без очереди, без Да, ничего. Людей нету, как бы нормально. Так что, кому надо... Единственное, друзья, я вчера снимала эпицентр, показывала, и смотрели цены, потом цены по чеку, они отличаются на 10-15 гривен. Да, они еще не обновили. Да. Не знаю. Цены старые, немножко все дороже. Вот. Ну, как бы не критично. Если уж нужны мне фильтры для воды, я их куплю. Поэтому, да, тут уже как 10-15 гривен это такое, да. Ездить где-то искать, больше топлива выкатаешь и времени потратишь. И нервов, да. Ну, на этом, друзья, будем заканчивать. Праздничный ужин, вернее, праздничный обед. Мы будем начинать. Неправильно сказала. В общем, мы будем отмечать. Вставили вам вот это вот видео в 9 марта. Вот такое видео мы решили записать. Надеемся, что эта информация вам очень-очень поможет, так же, как и нам. Всем мира, добра, здоровья, нервов. Дай Бог, пусть это побыстрее все закончится. Хочется жить, выходить спокойно на улицу, чувствовать себя спокойным и защищенным. Все будет хорошо. Должно быть хорошо. Ну, а мы будем продолжать, как говорится, праздновать 8 марта.
Еще раз поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем еще раз счастья, здоровья, удачи, мирного неба, крепчайших нервов, и чтобы вас ваши вторые половинки любили до беспамятства и носили вас на руках как можно дольше. А слезы были только от счастья. С праздничком вас! Ти-динс! Хорошо пошла! Всем пока-пока! Ну вот, друзья, вы уже посмотрели видео о программе слежения. И хочу дополнить, что программа нам очень понравилась. Мы отслеживаем полностью ее передвижение. Даже смотрим, какой заряд у нее на телефоне. Вот, ребятки, извиняюсь, да, звонки, смски. Как вы понимаете, сейчас такое время. Ну, в общем, кому надо эта программка, поставьте и хоть немножечко будете спокойны. А сейчас я хочу сменить свой фильтр. Попробую вот этот вот, который мы вчера купили. Первый раз таким пользуемся. Так, он рассчитан на 350 литров очистки. Так, если здесь на русском, не знаю, не вижу. Нам главное, чтобы он подошел. Такой, смотрите, какой он необычный. Вот мой старый аквафоровский. Я уже не помню, шестерка, по-моему, была. По диаметру вроде как бы должен подойти. Сейчас я померяю. Ну, смотрите, какой-то фильтр. Ну, вроде по диаметру подходит. Да, по диаметру подходит. Сейчас я наберу в кувшин водички, замочу. Ну вот, ребятки, фильтр я установила. Уже водичка фильтруется. Причем хочу заметить, перед этим, когда я меняла картриджи Аквафор, и были там шестерка, восьмерка аквафоровские, то когда я промывала вот первые начальные два кувшина, то спускалась прям такое, знаете, как черная такая пелена, как от угля активированного, то в этом фильтре такого нет вообще. Слава богу, что подошел, все хорошо, очень довольны. Это сейчас последнюю, вторую я вылью водичку с фильтра. Просто можно было бы, конечно, оставить ее для цветов, но у меня уже просто даже наливать некуда, нет бутылок. Уже все стараемся заполняем, потому что, ну, мало ли, сейчас есть вода, как будет дальше, чтобы, как говорится, пустые бутылки сейчас не выкидываем. Сейчас что-нибудь попробую приготовить там с Артурчиком на завтрак. Ну и на этом, друзья, буду заканчивать запись в своем дневничке. Переворачиваем страничку «Светлое будущее завтра». Всем спасибо за поддержку. Держитесь, друзья. Мы все желаем мира. Мира и мира. До связи. Всем пока-пока.